Всем большой привет! Сегодня будем готовить сырники в духовке без единой капли масла. Такие сырники на вкус ничуть не хуже жареных, но при этом намного полезнее. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Высыпаем в миску 400 граммов творога. Хорошо разминаем его вилкой. Добавляем 1 щепотку соли, 2 столовых ложки сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 1 яйцо и перемешиваем до однородного состояния. Затем берем сито, высыпаем туда 100 граммов муки, 1 чайную ложечку разрыхлителя, просеиваем все в творожную массу и замешиваем тесто. Дальше присыпаем рабочую поверхность мукой, выкладываем туда тесто, сверху посыпаем его тоже мукой и раскатываем в пласт толщиной около сантиметра. Теперь берем круглую формочку, погружаем ее в муку, чтобы тесто не прилипало. И выдавливаем сырники. Лишние края теста собираем в комок. Снова раскатываем и выдавливаем круги. Так продолжаем, пока не закончится все тесто. Из указанного количества продуктов у меня получилось 16 сырников диаметром 6 сантиметров. Сформированные сырники выкладываем на застеленный бумагой для выпечки противень и отправляем в нагретую духовку на самый верхний уровень. Выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов с включенной конвекцией. Затем сырники переворачиваем, очищаем от лишней муки и продолжаем запекать в том же режиме еще 10 минут. Подаем к столу в горячем виде, желательно со сметаной. Вот и все. Вкусные и полезные сырники в духовке готовы. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.